«Евангелист Матфей и ангел» – одна из поздних работ Рембрандта ван Рейна, замечательного голландского мастера. Она хранится в Лувр-Ланс, художественном музее, расположенном в Лансе, Франция, примерно в 200 километрах к северу от Парижа. Музей-спутник Лувра. В ней представлены предметы из коллекций музея Лувра, переданные галереей на среднесрочную или долгосрочную основу. На картине апостол над рукописной книгой, в руке его перо. В отличие от других однофигурных портретов, здесь позади апостола за правым плечом Матфея изображен ангел. Ангел, вдохновляющий Матфея на написание Евангелия. Он что-то шепчет евангелисту на ухо. Ангел очень напоминает Титуса, который вполне мог быть моделью для него. Однако апостол по облику явно не Рембрандт. Рембрандт Хармс ван Рейн написал эту картину в 1661 году. Ему было уже 55 лет. В это время художник раскрылся как портретист. На своих полотнах он не просто изображал человека, а запечатлевал в чертах его лица внутренний мир. И в облике евангелиста видна одухотворенность. Рембрандт написал свою картину в соответствии с иконографией, то есть сложившейся традицией иконописного изображения евангелистов. По канонам у каждого из них есть свой символ. У Иоанна – это орел, у Луки – вол, у Марка – лев, а у Матфея – ангел. Они взяты из библейской книги Иезекииля. Подобно тому, как в ветхозаветном пророчестве четыре херувима под видом животных несут Бога на колеснице, так четыре Евангелия доносят до людей образ Богочеловека Иисуса Христа. Так Рембрандт показал, что Священное Писание богодухновенно, то есть написано при участии Святого Духа. Но шепот ангела здесь вовсе не диктант определенных слов. Это скорее камертон, помогающий не сфальшивить, не исказить слово Христа, не привнести в них своего, и художник подчеркнул, что апостол с ней справился. Рембрандт в совершенстве владел техникой светотени, с ее помощью показал особое состояние евангелиста. Картина выполнена в глубоких коричневых тонах, и на общем темном фоне лицо Матфея озарено светом, в ее облике нет экзальтации, зато видна напряженная внутренняя работа. Совместный труд души и Бога. Рембрандт раскрывает об этом только не словами, а красками. Свет, озаривший лик апостола, лежит и на книге, в которую он вносит драгоценные слова. Этот свет так же, как и ангел за спиной у Матфея, символизирует присутствие Господа. Помимо религиозного смысла, картина замечательно передает контраст между юностью и старостью, хотя по замыслу роли противоположны. Ангелоподобный юноша, спокойно уверенный в себе, утешает Матфея, положив руку на плечо старика. Святой Матфей погружен в раздумья, его рука с набухшими венами теребит бороду.
Любой человек может попросить помощи у Господа и получить ее, и шепот ангела за плечом звучит у каждого. Это образное выражение. Воля Божья может открываться и в горьких укорах совести, и в различных событиях. И вдохновение – тоже участие Творца в нашей жизни. Чтобы услышать шепот ангела, нужно быть внимательным к себе, к своему внутреннему состоянию. Вот как евангелист Матфей на картине Рембрандта.